начнем, как обычно, с комментариев тренеров. Александр Вячеславович, вам слово. Сегодня мы провели, наша команда провела хороший матч. Ребята знают, что у нас эти матчи, последние два перед перерывом, все оба матча за 6 очков. Мы настраивались, все сыграли от ножа, распластались. Я ребятам только поклон могу. Хочу еще поблагодарить болельщиков, которые приехали нас поддержать. Сегодня у нас городу Череповцу 240 лет, это юбилей, мы сделали праздник городу, я думаю. Так что по игре скажу так, что игра была где-то равная, но мы сегодня были воинами, сражались и дотерпели до этого победного конца. Спасибо. Спасибо. Well, congratulations, Alexander and his team, for the 3 points. Obviously, a big hockey game for both teams. Certainly disappointed with the result today for our hockey team. Again, close doesn't count in this business, and it's a game of inches, a game of mistakes, and unfortunately, they made us pay for our mistakes tonight, and it's really the difference in the hockey game. I thought our special teams were good. Did a good job of limiting their top player to very little offense today, which was a key to our hockey team. But again, we weren't able to find our rhythm until early in the second period. We weren't able to sustain that same pressure throughout that period. And again, it was spotty in the third period. So offense is at a premium for a hockey team. We saw that tonight. We have to find a way to create more collectively, offensively, 5-on-5, and we can't just hope for power play opportunities. We didn't get those power play opportunities as we thought we would in the third period tonight. Played a difference in a one-goal hockey game. When you only score one goal, you need more offense from your hockey team, and I think that was a difference tonight in the hockey game. Thank you. Поздравляю Александра и его команду с победой. Это была очень важная игра для обеих команд. Конечно, я очень разочарован результатом. Мы играли достаточно неплохо, однако достаточно не считается в данном случае. Команда соперника наказала нас за наши ошибки. В сегодняшней игре я считаю, что обе команды очень хорошо играли в обороне, около своих ворот, и практически не позволили создать друг другу шансов в атаке. Что касается нашей команды, то, возможно, мы были достаточно остры до начала второго периода, нам не получалось создавать достаточно моментов в зоне соперника, и мы слишком надеялись на игру в большинстве, однако выигрышный матч состоит не только из игры в большинстве и в меньшинстве, а также из игры в равных составах. Это очень важная составляющая каждой игры. И, к сожалению, сегодня мы были не так хороши в атаке, и лишь в третьем периоде нам удалось забить ворота соперника, однако то, что мы были достаточно хороши именно в равных составах, на мой взгляд, сыграло ключевую роль сегодня в нашем поражении. Спасибо.